вкусный чай! Обалдеть! Просто нереально! Просто нереальный чай! Я такой еще не видела. Блин, какие цейлонцы молодцы, да? Это же просто вода и листики. Они взяли и это совместили. Они же могли просто в море купаться и все. А они такое сочинили. Это просто нереально вообще. Как хорошо, что я пришла сюда вообще сегодня после работы. Кать, на тебя так легко произвести впечатление. Неудивительно, что ты уже 5 раз была замужем. Да, это правда. Ты знаешь, ты на качелях лучше не качайся. Какая крутая аллегория, обалдеть! Ты нереально просто аллегоричная. Да. Девочки, I'm sorry, опоздала. Была на тренировке, привет. Ну, слава богу, хоть кому-то пригодились наши тренажеры на улице. Слушай, кстати, такая молодец, что ты на них пошла. Я тоже всегда смотрю на них и понимаю, что вот хочу. Но там всегда какой-то самбист просто ногами машет и все. А однажды, девочка, это был капец, он однажды просто взял и вот так вот прямо на меня посмотрел, прямо на мой балкон. Я так испугалась, я потом год со Светом спала. Девочки, какие тренажеры? Я хожу на стрип-пластику. Это А, это Хре, это Ва! Моя подруга стриптизерша, офигеть, просто нереально! Оль, ну грибы солила, так и скажи. Яна, будь я прежняя, я бы взяла сейчас туфли и каблуком, как дала б тебе по башке. И мне радость, и тебе плюс. Все увидят, что у тебя есть мозги. Девочки? Ну, пока не все получается, но я стремлюсь. Господи, Оля, ну прекрати, ну люди же смотрят. Да пускай смотрят. Мне нужно привыкать к вниманию. Обалдеть! Слушайте, мы сегодня такой секси-дэнс сняли, вообще по всему интернету разлетится. Блин, я так себя прусь, вообще ты такая смелая, нереально. Мне быть хоть каплю вот твоей смелости, я бы под балконами ходила. Да девочки, вы что, угораете? Оль, ты что, как все эти в микрошортиках и в наколенниках? Которые по полу катаются, как будто от щекотки уворачиваются. Да, да, в микрошортиках. И пускай у меня в них 4 ягодицы. Видели? Но зато я крутая. Я как русская Бритни Спирс. А ты давно ее видела? Она уже с ножами пляшет. Да вот, не вопрос. Вот, с ножами, пожалуйста. И в одних трусиках. Да вот, в одних трусиках, пожалуйста. Ну зачем ты ее остановила? Оль, ну я не знаю, как объяснить, но... Ну вот смотри, например, мне не идут тефтели, а тебе заниматься стрип-пластикой. Яна, да что тебе идут тефтели? Ты красавица, тебе все идет. Кать. Катя, посмотри, сахар коричневый. Реально, квадратиками? Он что, так и растет? Оль, ну правда, ну видела я эти видосики, где препод на переднем плане обязательно с отросшими корнями танцует, а вокруг нее эти пузатые девочки, которые ничего повторить не могут, зато взгляды у всех такие томные, понимаешь? Я, конечно, может быть, иногда и охаю, когда ногами перебираю и кричу «осторожно!», но то, что я охрененная, я слышу об этом каждый день. Ты не просто охрененная, ты не понимаешь. Ты как Лолита, но тебе как будто бы все можно. Катя, так и тебе можно. Приходи к нам, мы найдем в тебе это женское начало. Ты... Ну или женский конец, по-любому должен быть. Думаешь, есть у меня? Не знаю. Да давай, приходи. Только каблуки сразу не додевай. А то мы одну уже похоронили, да. Похоронили? Неаккуратненько так. Да я трусиха, ты же понимаешь, что... Я даже однажды, я давным-давно хотела пойти на вышивание, но побоялась, что не вышиву. Я тоже боялась, Катя. Я тебя понимаю. Угу. Но сейчас во мне что-то открылось. Такое нежное, чувственное, женственное. Я даже хочу себе соски проколоть. Представляете, насколько я трансформировалась, а? Боже мой, Оля, да что случилось-то? Тебе с чего так крышу-то снесло? Я найти твою налево. Я одна 4 детей подняла. Ты знаешь, что такое поднимать 4 детей в одиночку? Да я целыми неделями в зеркало не могла посмотреть, а потому что некогда. А на сортире я сидела и плакала не потому, что у меня запор, а потому что вот так стучат: мама ням-ням, мама кушать, мама писать, мама какать. Нереально, нереально. Но я их вырастила и горжусь этим. А сейчас я хочу посвятить время себе. Себе любимой. Открыть в себе что-то неизведанное, что-то легкое, воздушное. У меня такие руки сильные, я могу на фонарный столб залезть, лампочку поменять.
Обалдеть. Поэтому я буду делать то, что я теперь хочу. Еще мне не сделайте. Да ты красотка. Да. Добрый вечер, дамы. Я как степной жеребец, то есть сильно извиняюсь, но я хотел бы познакомиться с одной невероятной красоты девушкой, чтобы она меня сегодня оседлала. Шучу, шучу. Могу просто пососать сахарок. Ого-го! Иго-го! Угу-гу! Ага-га! Да заткнись ты! Знаете что, мужчина? Во-первых, от ваших подкатов воняет конским навозом. А во-вторых, я не знакомлюсь с мужиками, которые красят бороду. Потому что, скорее всего, остатки краски на пах ушли. Красота моя, ты, конечно, ничего такая. На крепкую четверочку по десятибалльной шкале. И был бы я пьяным, я бы, может быть, даже закрыл глаза перед тем, как посмотреть на тебя. И на твою подругу, похожую на кривой мизинец. Обалдеть, как он в точку попал, я же реально похожа. Но я здесь сегодня для того, чтобы узнать как можно ближе вот эту статую. Моей, я надеюсь, не свободы. Стрип-пластика, я говорила. Разрешите? Ой, у меня поняло. Твою мать. Аллергия на страсть. А? Иди сюда. Я сегодня ехал мимо, но мое сердце застучало так быстро, что я решил зайти и проверить, есть ли здесь туалет. Крошка, ты нереальная. В тебе полыхает женская энергия, от которой я хочу зажечь свой фитиль. О, Господи. У тебя взгляд тигрицы, а тело медведицы. Я, когда тебя вижу, я хочу орать. Я тебя так хочу, у меня аж немеет нос. Не обращай внимания, это моя странная особенность. А я ее чувствую коленкой. Ну что? Поехали. Твою мать. Куда? Ко мне? Поехали. А на чем? На Ламборджини. Ой, на каршеринг. На каршеринг. Да. Девочки, быстрее пошли. Ну, сучка. Обалдеть, просто нереально. Какая она раскрепощенная, я хочу быть как она, блин. Все, я, короче, созрела. Я прям сейчас звоню и записываюсь в ММА. Я давно хотела в этот кружок. Ну, слава богу, одумалась. Сейчас я ему станцую тут на коленнике. Ох, вечерок будет! Ну, зачем каждый год пародировать «Иронию судьбы»? Ну, неужели нет других советских фильмов? Ненаучно-фантастический. Я изобрел машину времени. Словом, я могу пронзать пространство и время. Это же Иван Грозный. Пахучи-гучи. Не строго исторический. Что ж, государь, у тебя-то? Это нити золотые. Подтяжку лица сделал. Мезотерапия. И не совсем реалистичный. Разгримируйте меня, пожалуйста. Ты чё, мать? Сейчас вообще не фонтан. Новогодний фильм. Что? От создателей самоиронии судьбы. Если бы вы стали певицей, я бы повесился. Хам!
не мой человечек. Иван Васильевич меняет все. 31 декабря в 20:30. Танцуют все! Премьера на ТНТ.